Завершается благоустройство дворовой территории возле домов 2, 3 и 4 по улице Дружбы. Глава округа Дмитрий Акулов проверил качество работы и встретился с жителями. В прошлом году здесь установили детскую игровую площадку, в этом заасфальтировали проезды и тротуары, расширили парковки и опилили деревья. Жители посетовали, что в проект благоустройства не попала старая пешеходная дорожка из бетонных плит, ведущая через дома к 11-й школе. МБУ выйдет в ближайшее время, удалит арматуру, которая сегодня находится на данной дорожке. И в следующем году будем тоже предусматривать возможность ее реконструкции. Для того, чтобы детишкам, которые идут в школу, значит, соседних домов, могли безопасно проходить свой маршрут. Жители также пожаловались на состояние подвалов, которые заливают сточные воды. У нас подвал вообще ужасный. На следующей неделе поработаем вопрос с водоканалом, посмотрим, какие пути решения. Ну и совместно уже с управляющей компанией тоже будем искать выходы из данной ситуации. Проговорили, что это все-таки 2024-2025 год. Раньше, конечно, уже в этом году не получится. Работы по благоустройству в указанных дворах выполнены в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий. В прошлом году местные жители активным голосованием на портале «Добродел» выиграли включение их дворов в программу. На сегодняшний день рабочим осталось убраться на территории и доделать спортивную площадку. Нам примерно понадобится еще 1,5 недели до завершения полностью работ. Будет завершена установка ограждения, поставим ворота и повесим баскетбольные кольца, чтобы люди могли уже наконец-то заниматься спортом на новой обустроенной спортивной площадке. Другой спортивный комплекс устанавливают во дворе дома номер 4 в Валовом переулке. Потом вам пишу. Вот видите, а потом чего? Я читаю. Но сколько большей домов, части ваша заслуга, да? Сколько домов и не настучилось. По просьбе жителей новые элементы появятся на месте старых, которые вышли из строя и были демонтированы. Михаил Зуйков, Антон Коврижных, ТВР-24.